Сидели двое за столом, тоской охвачены, а на столе ну просто лом из всякой всячины. Горбушка хлеба и флакон стандарта русского, что характерно испокон для круга узкого. Свела друзей в который раз проблема личная, что там первичная у нас, а что вторичная. Никак не вынесут вердикт, ведут дознание. Один материя твердит, другой сознание. И вот один вошел в пике и сыплет фразами о дарвинистском тупике и чистом разуме. Другой кричит, что в мире сплошь одна материя, а чистый разум — это ложь и бижутерия. А первый чокнется вот-вот от напряжения, кричит: материя — лишь плод воображения. Второй ответствует: прости, с тобою с неучим, не то что диспуты вести, а выпить не о чем. Дольше века длился спор в таком вот ракурсе, почти на взрыв, почти в упор, почти без закуси. И чтоб дойти, да и достичь таких высот, самозабвение. Кому-то нужно грамм 500, кому-то менее. Увы, финал предугадать давно заранее. Один, познавший благодать, терял сознание. Другой, обнявший унитаз, терял материю. И все кончалось каждый раз такой потерею. А с неба падала заря на землю тоннами, лучами царственно заря, искрясь фотонами. И хаотично нога несла материя, кому тепло, кому распад, хитра дитерия. Кому тепло, кому распад, кому тепло, кому распад. Кому тепло, кому распад.